Всем привет! Вот решил от нечего делать немного посадить деревьев, а именно орехи грецкие. Посадил я их, сразу не видно, годичные. Ну вот ямка такая. Такие маленькие орехи молодые. Это годичный, в основном двухгодичные. Это все происходит за весной в городе Чернигове. Что меня на это сподвигнуло, а хрен его знает. Захотелось посадить орехи за весной. Взял и посадил. Количество примерно, ну, больше 50. Считать не считал, ну до хрена. Ой, взрастут, не взрастут, Бог его знает. Ну, посмотрим. Весна 2017 года. Всем пока.